В стенах казахской школы-гимназии прошел городской турнир по национальной игре «Ботай». Участие в нем приняли члены городского совета ветеранов, общественники и все желающие. Участники узнали много нового о традициях казахского народа и провели время с удовольствием. Ботай – национальная казахская игра, чья история корнями уходит в глубокую древность. Ботай очень похожа на асык-ату. В ней используются лошадиные кости – асыки, которыми участники с расстояния 4 метров должны сбить фигуры, находящиеся внутри прямоугольника. Всего участие в игре приняли 10 человек. Основная цель мероприятия – возрождение и популяризация древних традиций казахского народа. Ботай играли наши предки. Они желали бы того, чтобы их наследие передавалось из поколения в поколение. Перед городским советом ветеранов стоит такая задача. Каракату Шалабаеву 80 лет. В прошлом педагог, сегодня он находится на заслуженном отдыхе. Пенсионер с радостью вспоминает времена, когда Ботай была популярна среди казахов, в том числе молодежи. Поэтому, когда ему предложили принять участие в турнире, он сразу же согласился. Ботай учит людей дружбе и терпимости. К тому же позволяет улучшить физическую подготовку человека, выносливость, силу и концентрацию. Также эта игра привлекает тем, что в ней используются подручные средства быта. Победители награждены медалями и грамотами. Тамерлан Тлеубаев, Анатолий Белонок, служба новостей.